Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 97-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом небольшом уроке я вам хочу показать прикольный виджет, который позволит вам сделать для вашего бэкграунда симпатичные вот такие вот геометрические фигуры, взмывающие вверх снизу. Настроек не так много, но давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим, как его можно использовать. Или вот такой вариант, то есть можно использовать количество, увеличить количество данных фигур. Переходим в Adobe Muse. Из библиотеки виджет перетаскиваю на холст, и он сразу у нас располагается по ширине в 100%. Вы его мышкой можете переместить в нужную часть вашего лендинга. И за ползунки увеличить или уменьшить область появления данных фигур. Также есть заливка бэкграунд цветом. По умолчанию вы видите голубой. Цвет меняется вот в заливке. Я его вот здесь отключаю, потому что у меня есть заливка браузера. Вот цвет убран. Мне здесь цвет не нужен. Так, и чтобы вы видели настроечки виджета, я пока немножко сужу виджет. Итак, вот они все, в принципе, настроечки. Первая настройка – это цвет наших всех фигур. Выбирайте любой оттенок, какой вам больше нравится. По умолчанию белый. Давайте я возьму какой-нибудь ярко-зеленый. И количество фигур 30. Давайте посмотрим, как будет с 30. Вот таким вот образом. Больше управлений никакого вы сами видите нет. Где-то на сайте, может быть, и подойдет вам вот такие взмывающие фигуры. Максимум можно поставить 200. Давайте посмотрим. Вот вы сейчас видите, да? Идет прямо всплеск фигур. И в конце они исчезают. Вот и все, в принципе, об этом виджете. Данный виджет можете скачать у меня на сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!